Всем привет, и в этом видео мы покажем, как можно быстро выиграть в итальянской партии. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, потому что эта ловушка будет очень полезна для вас. Погнали! Мы играем за белых, начинаем партию ходом Е4, черный играет Е5, конь F3, конь C6, слон C4, слон C5, это у нас итальянская партия. Далее мы играем 2-0, делаем рокировку, заканчиваем развитие. Черный играет конь F6, они атакуют нашу пешку на Е4, но мы ее не защищаем, а играем D4, бьем по центру. Черный забирает слон d4, а также черный могут забрать конь d4. На конь d4 мы забираем конь e5, забираем пешку, далее играем конь c3, то есть развиваемся, и здесь у черных очень плохая позиция. А также на d4 черные могут сыграть ed, но здесь мы уже забираем, мы играем e5, атакуем на коня на f6, далее d5, контратакуем. Вот такой вот размен происходит, и мы играем ладья e1 шах, ну и потом там черный король защищается, и мы забираем fg. Но на d4 черный играет слон d4, мы, конечно же, забираем конь d4, далее конь d4 забирает черный, и мы играем слон g5. Мы связываем коня на e6. Для черных это неприятно, они хотят избавиться от нашего слона ходом h6. Далее мы отходим на h4, g5, атакуют опять же на нашего слона. Черные просто хотят забрать, потому что она очень сильно им мешает. Ну и в этой позиции мы играем f4. Далее происходит gf, мы играем ладья f4, еф приходится забирать, и мы играем ферзь d4 и выигрываем партию. Дело в том, что мы слоном и ферзем атакуем на f6, но конь не может отойти, потому что мы заберем ферзя. Ну а также в этой позиции, то есть на ход f4, черные могут забрать gh, тогда мы играем fe, d5, вот так вот происходит, мы размениваемся. И далее играем конь А3, атакуем на пешку на С4, можем далее ее забрать, даже если ее защитят. Мы играем ладья D1, вот так вот, захватываем линию D и там как-то матуем. Вот так вот, дорогие друзья, обязательно напишите в комментариях ваше впечатление на эту ловушку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите, чтобы я снимал больше красивых ловушек и красивых партий на моем канале. Всем удачи, дорогие друзья, всем пока!